Да пожалуйста, батарейки уже почти сели, крути. Покрутишь, выкинем. Минус, кстати, почему эта камера в продажу пошла? У нее экранчик плохенький, показывает, будто она плохо снимает. Экранчик, ты такой. Увеличивать она при воспроизведении не может. Она простейшая. Вот для таких как людей, которые старое поколение, у нее нет никаких функций. Просто снимать, воспроизводить, все. Ну я как на компе посмотрел, я в шоке был. Такое качество. Так что реально, я выложу, я вас помечу там, в смысле ее родителей. Может, покажут потом, по приколу. Выберу, что поинтереснее. Нормально, слышишь? Нет, не понимаю. Только папе говорит, не говори. Тайны Маврийского двора пошли, уже сухо на ухо.